письмо, ошиблись адресом. Дом на соседней улице. У меня письмо на ваш адрес. Ни к чему оно мне. Вы отнесете конверт по адресу. И не вздумайте открывать письмо. А мы аккуратно. Горе тому почтальону, который письма чужие читает. Проклятие ведь не просто так дается. Старуха дала мне конверт. Я взял, да и открыл. Доставь письмо!